это какой-то аншлаг. Куча моделей в воздухе. Один пилот. Второй пилот. Третий суперпилот. Мальчик, не балуйся. А мне дядя разрешил поиграться. Ага. Вот и балуюсь. Что там? Сугроб. Так, сугроб. Не балуй. И за ним так. Слушай, прикольно, летишь и управляем. Ну да. Даш, прикинь, блядь, я охуел, блядь, ебаный, блядь. Что-то сейчас сделал, блядь, его читать как видно, блядь. О, тема офигенская. Если лампочка уходит, значит что-то не так, да? Но надо еще красные эти поставить, блядь. Назад стопы. Можно. Или дайте, блядь, навигационку. Лети, модель. Я вот так вот выключал, включал двигатель по ветру туда-сюда. На одном маке, блядь, 35 минут. О, Марку привет. Так нельзя быстро ездить на моделиках. А ну давай сугробы, сейчас Марку запокажем, как надо по сугробам ездить. Нормально, нормально, ты потихоньку не газуй. Так ты не газуй, они же там на краулерах своих этих. Че, все? Что-то быстро. Похуй нам краулеры, блядь. У нас вот такие, блядь, дырчики есть. 20 км, ладно. А то и того меньше. Это вся скорость? Ну. Ты смотри, как она ездит. Ага. Кстати, на так сайте писали. Тебя якобы можно в группу уже так Марку добавлять. Якобы из коробки 40 км дает, ну что-то нифига. Да может батарейка надо? 3C. А там это 2 литий-ионы стоят. А, этих 18. Да. Это 650. Пальчики. Марковским краулером, блядь. Ага. Смотри, как надо ездить. Надо лебедку. Лебедиться надо. Даже танки садятся, блядь. Ну-ка, залебеди его. О. Опять туда. Слышь, я что, тебе грузчиком, блядь, устроился? Цепляльщиком? Надо блокировки включать. Да, надо это, силикон залить в мосты.
Марк не знает, что можно быстро проходить неровности. Винтер хлопостное говно. А ты меня снимаешь? Не тебя говно. Да что это? Добьем сегодня. Ну давай, родная. Что там, конец сезона, да? Я не знаю, конец не конец. Это в отпуске я летаю. Ты в отпуске? Черт, я там еще потерялся, мальчик. Мне здесь не нравится. Фокус. Замерз, наверное, блин. Да не, он не замерз. Ну, блядь, навестись, хуй наведешься. Блин. Не удержишь этот. Надо или вручную ставить его, или что. Он не держит фокус, он перефокусируется. Я его потерял, бля, а вон он. Ты даешь. Все, батарейки она. Сука, очки, блядь, не те взял, падла, блядь. Бук. А чё ты там сел? Да пошёл, пошёл. Ой, давай, давай, давай. Давай, давай, блядь. Так он нож возьми, прорежь, блядь. Что-то не то, блядь. Да ты в аккумулятор, наверное, пихаешь, блядь. Сейчас, сейчас дымка пойдет, блядь. Сильно, сильно. Кто там были эти? Кусачки? Да, кусачки. Ну, это мошенки, ладно. Надо вот эту трещину как-то заделать. Да, надо скотч. А, нет. Сейчас. Да, да, заклеим. Да, кабину и, блядь. Давай этот отхуярим, крыло ему укоротим. Чтобы скорость как дало, блядь. И нос укоротим, чтобы аккумулятор. Нос не надо, но нос это для виду. Главный конструктор, если увидит, не обрадуется. Вот так отхуярим вот по вот этому навесу. Вот так. Так мы идею главному конструктору подкинем, как лучше сделать. До сверхзвука. Да. А то арабы не догадались. 200 км, блядь. Че, ебанем? Нет, не ебанем. Ну давай, ну ты, блядь, все равно решил его морковить, блин. Не морковить, а в космос улететь. Так вот в космос быстрее уйдет. Чего ж ты его это? Так. Аккумулятор-то не мучай. Жестоко. А это пускай бы торчало. Нихуя себе, блядь. А ты думал, я хуевую стяжку не дам. Это. Завихрители специально, блядь. Так, тебе надо. А где у него крышка? Вот она, вот она. Ах ты, тихо, перегрузки, блядь. Флайтер! Флайтер. Так, закрой меня от ветра. Куда тебя закрыть? Чё-то, блядь, центровка не в пизду, блядь. Он только так летает. Давай этот, ну крылья отхуярим. Да, алярм. Дайте этот ножик, пожалуйста. Ром, ну давай отхуярим, блядь. Ну ты же уже все равно решил, что сегодня его последний полет. А то в этом году. Аэродинамика какая-то странная. Да куда ты не то режешь? Да я отрежу. Все, аэродинамика заебись. У тебя там лонжерон какой? Там нет лонжерона. Да я отхуярю, блядь. Держите его. Ты как хирург, я лишь бы отхуярю. Дай ножик. Держите, Рома, держите, я буду хуярить крыло. Дай ему подстроить. Да не, не так. Давай подрежем. Вот так вот ногу подставил, блядь, и так вот нажал, и все. Ну давай крылышки подрежем, чтобы он как дал скорость, блядь, давай. Ну давай крылышки подрежем. Рома, ну блядь, ты пизда, блядь, давай подрежем крылышки, блядь. Не надо, он и так не летает вчера. Так а так скорость будет, за счет скорости вылазить будет. А кабину-то что? Са, блядь. Крокодилу морду заклеивай. А теперь вот этот по передку. Вот эту трещину? Да, 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 давай. Надо. Давай приклею уже. Да приклеит так вот к кабине, да, нож, чтобы. Зачем? А то, да бля, болтаться будет. Да обдувать будет, охлаждение будет. Да какое охлаждение, он сейчас тебе рот откроет. Отклеивай, блядь. Помирать так с музыкой, блядь. Запивайте, братцы. Ой, блин, пожалел скотча, блин. Ёпту, бля, что не мог обмотать по-человечески, как здесь, блин. Все, видно ранку? Не видно ранку. Заебись. Рома, оно полетит? Сюда,
Наверное. Подальше от машины. Ну пошел. Подальше. Техника безопасности. Давай. Яйки не замерзли еще? Нет. Ну так хватит, сейчас сугробы начнутся. Харя. Ладно, Лёв, погнали. Ну-ка, дай мне мощу, сука! Вот! Вот это я понимаю. 4С сила. Что-то я очкую. Я очкую. А где она? И это, петлю пореже сделай. А этот самолет ничего не убьет. Ну, готов, Лёш? Я сюда готов. Я говорю, крылья надо было ему подрезать. А шум какой стоит, а какое биение, ветра. Ну, что-то спало. Старик! В Москве, блядь! Батарейку пожалели. Вот модель, покупайте. Почем? Да я не помню, по 1,5 рубля. И 4С. Слышишь, какое биение? Да все уже, мотору хана. Это не мотор, это винтиш, не центровый вообще. Я ж как ты. Мужчина, мужчина.